Корейский автопром набирает обороты и набирает популярность. Ну, в городе Магнитогорске, по крайней мере. И в России в том числе. Потому как корейцев сейчас продают все. Ну и производные от корейского автопрома тоже. Чистых корейцев кто продает? Являясь бесспорным лидером, это Джимир Мак, ну, Chevrolet GM. Дальше Kia Motors продает Уралавто. И непосредственно Hyundai продает Регинос. Кто продает больше всех и лучше всех корейские автомобили, сделанные в России? Да, есть и такие, пожалуйста. Северсталь Авто выпускает элитные внедорожники. Ну и, разумеется, здесь лидер является Автоград, что на Маржане 9. Но Таганрогский автомобильный завод решил переплюнуть всех. И в том числе АвтоВАЗ, который в лучшие свои годы производил, ну, 5-6 марок автомобилей, не более того. Так вот, сегодня это Hyundai Accent, Hyundai Sonata, Hyundai Santa Fe Classic и Hyundai Elantra. Ну, плюс ко всему, есть и еще производные от тех самых любимых Сангьянгов. Это Donanwest Tiger и Donanwest Road Partner. То, что происходит на автомобильном рынке Магнитогорска, с трудом поддается объяснению. Как, впрочем, и то, что творится с телевизионными автомобильными передачами. Все ломанулись за дилерством. И вот тут возникает вопрос, а кому доверять-то? Когда и где эти машины обслуживать? И чьими руками? И кто, наконец, запчасти возить будет? И кто справится с этим потоком иномарок? Автоград справится, потому как первый начинал эпопею сначала обслуживания в смысле запчастей, а затем и поставки автомобилей. Автоград этим занимался изначально, а не клеил диваны, не пер подряды, строя комбинатовские объекты. Не торговал Автоград пиратской видеопродукцией тоже. Так что в выборе авторитетного дилера первое призовое место Автограда учитывать надо. Ну а мы сюда приехали за очередной новинкой Таганрогского автомобильного завода. Господа, поздравляю вас. В Магнитогорске появился вещмобиль. Недорогой вещмобиль за 640 тысяч рублей. Что за автомобиль? Автомобиль с признаком замечательности во всем. Ну, признак замечательности под капотом. Это мерседесовский двигатель 2.3, 150 лошадиных сил. Под брюхом признак замечательности. Это рама, та самая от Геленвагена. Колеса те самые на 16 от Мерседеса. И что это за машина? Это Donanwest Road Partner. Партнер ваш на дороге. И действительно настоящий партнер. И действительно это вещмобиль. Потому как прародителем этого автомобиля был никто иной, как Сангьянг. Прародителем Сангьянга, разумеется, никто иной, как Мерседес. Ну и двигатель здесь от Мерседеса. И вся конфигурация обвеса, это все мерседесовское. И клиренс здесь, и все что угодно. То есть полноценный внедорожник. Что касается прародителя Сангьянг Муса, то Сангьянг Муса вообще никогда в Россию не поставлялся и в планах не был. Поставлялся Сангьянг Муса Спорт, пикап. Но чем отличается полноразмерный внедорожник от пикапа? Разумеется, салоном. Так вот, салон у Сангьянг Муса, простите, у Donanwest Road Partner имеет потрясающие размеры. И эта машина, ну как никто другой, предназначена для длительной эксплуатации и для ваших совместных путешествий везде. Ну почему? Рама раз. Потому что даже Сангьянг Родиус, который, ну, действительно большой автомобиль, с тремя рядами сидений, имеет подрамник передний и задний. Здесь же целиком рама. Здесь же неразрядной задний мост. Здесь же полностью трансформируемый салон. И трансформируя этот салон, я вспомнил свою поездку по федеральной дороге Амур. Чудная дорожка, так скажем. Ну, чудный автомобиль был. Nissan Sirena. Так вот, здесь сиденья раскладываются в точности так же. То есть в некоторых джипах, для того, чтобы вам поспать, вам, ну, необходимо свернуться калачиком. Здесь ничего делать не надо. Вы спокойно сдвигаете передние сиденья до упора. Раскладывайте полностью, получаете полноценные два спальных места под человека, ну, метр два так и десять.
Это максимум, считай. Сюда и больше войдет. Потому как полностью раскладывается вровень. И, соответственно, вы хотите поехать на рыбалку. Вы хотите поехать далеко. Попутешествовать, так скажем. Посмотреть, куда вас кривая вывезет. Выбирайте Сангьянг, простите, Дон Инвест Роад Партнер. You know, who's to say that they're, you know, and just not tapped into a higher sensory perception, is it?